объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? О матрице. Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице. Для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Узнать правду, больше ничего.